75 тысяч к 75-летию Победы. Президент страны Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию со Дня Победы. Так, каждому участнику Великой Отечественной единовременно выплатят 75 тысяч рублей. При этом труженикам тыла по 50 тысяч. Суммы их выплатят в апреле-мае этого года. Их получат в том числе граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии.